Так, куда мы летим, Майк? На Мальдивы отдыхать. Отлично. Ладно, хорошо, куда мы летим? Ладно, на самом деле мы летим в город Сплит. Оттуда мы поедем в другой город, где будет проходить турнир по баскетболу. Среди участников будет наш любимый клуб ЦСКА Москва. Соскучился по команде? Да, очень соскучился, на самом деле, давно не видел здесь, все лето. Ну, не считая тех ребят, с кем мы сборная. Да, так, конечно, соскучился, у нас отличная команда. Сейчас нормально повеселимся, поиграем. Все комбинации выучил? Да, благодаря тебе. Спасибо. Работаем. На самом деле не выучил, нет. Сейчас будем в самолете доучивать. Ничего супер нового и тяжелого нету. Главное пару раз пройти на тренировке и все будет белиссимо. Прилетели в Хорватию, город Сплит. Отсюда еще до Задара, до места, куда нам нужно вообще добраться. 2 часа езды, почти 200 километров. Ты счастлив? Да, я всегда мечтал об этом. Прилететь 3 часа и еще 200 километров ехать дальше. Ищем, на самом деле, еду в дорогу. Сейчас это не самое важное, нам сейчас нужна еда. Ну вот нашли пока газетки, можем купить в дорожках. Немножко взяли еды с собой на пацанов. Нас же летит полно. Какая валюта в Хорватии? Евро. Приехали в отель и наконец-то дождались наших парней. Дамы и господа, появление Михаила в команде. Как дела вообще? Какие отлично, какие моменты? Смотри, во что играю. О, качаешь железо? Качаю. Даже во сне, смотри, качает железо. Че по битке? Соточку жму. GTA. А в реальной жизни? GTA, ты че? Плюсик заработал. Как тебя встретил? Это просто видеоблог. Естественно. Ты смотрел видеоблог и денег, конечно. У меня просто, понимаешь, не было все лето выпусков, теперь я стал главной звездой выпуска. Поэтому ставьте лайки. Ссылка в описании. На что все время ты говоришь, что ссылка в описании, скажи мне. На Малейка мешок. А, окей, ладно, разберись. Ты же хочешь пропиарить его инстаграм? Согласен. Так подожди, у него девушка есть. А почему должны всегда подписываться только девушки? Секундочку. Ну я был бы рад, если на девушки подписывались, например. Со всеми обнялся, конечно, особенно с главным тренером. Он же не смотрит твои выпуски, нет? Ну он слабо говорит по-русски, но все понимает. Ну да. Да не, на самом деле здорово встретились со всеми, очень приятно увидеться, давно не виделись. Вот, мы вместе поужинали, сейчас сходили с ребятами, поболтали немного. Завтра с утра потренируемся, а вечером уже будет моя первая игра в этом сезоне за ЦСКА. Ну, самое главное, пойду сейчас расскажу тренерам, что мы с тобой все комбинации знаем вообще. Шести просто. Я уже сказал, пошел. Все, да? На опережение. Все, парни, отбой. Спасибо большое, спокойной ночи. Увидимся завтра. В которых включается 9 витаминов и минералов. Ты знаешь, что это напоминает? Полезно. Напиток из моего детства Юпи. Не, я не пробовал такой вот. И более элитный звук. А для того, чтобы вы понимали, Михаил Кулагин не родился, когда я баловался Юпи.